26 человек задержали полицейские в Алматы и Нур-Султане за попытку провести несанкционированные митинги в минувшие выходные. Их в тот же день доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств и рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности. Тихо! Руки убери, говорю! Руки убери! Ранее в социальных сетях организация ДВК, признанная судом экстремистской и запрещенная в Казахстане, распространяла сообщение с призывом выйти на очередной несанкционированный митинг. В Генеральной прокуратуре предупреждали о том, что это незаконно, и просили граждан воздержаться от акции. 26 октября полиция заранее оцепила улицы, и участников митинга задерживали еще на подходе к месту сбора. Сегодня в МВД призвали граждан не поддаваться на провокационные призывы запрещенных организаций. 26 человек были задержаны и доставлены в полицию. Некоторым мы дали предупреждение и отпустили. Кто-то получил штраф. Есть также те, кто получил административный арест. Будьте в курсе всех важных событий, происходящих в стране. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И не забудьте включить колокольчик, чтобы получать новое видео.